Всем хай, дорогие друзья! Я снял видео по Бурито Бизон. Не знаю, что снимать, у меня пока скач пойдет. Но мы играем в Бурито Бизоны, потому что мне нечего играть. Только раз так скажем. Ладно, мы начинаем сразу. Я ничего не качал. Я что-то сделал. Уху. Офигенно. Гумдальф разблокирован. Господи, маленький. Ладно. Вот какой-то Гумдальф. 22 тысячи стоит. Ну, а мы сейчас попробуем пиньятку найти. Да ладно, ну почти же. Там какой-то сейл, надо посмотреть. Ну, 18 минут, нормально, в принципе. Ананасовый шлепок. Нифига название, конечно. Ананасовый шлепок. Надо так называться. Пинаточка. Отлично. Thank you. Ух ты, что-то меня что это? Сейчас пинаточку откроем. Так, ребят, пинаточка подъехала. Подъехала пинаточка. Так, ребят, на выплат декорации денежки. Отлично. Чё за флеш-сейл? Видимо, закрытым. Так, отскок, знаток вкуса, полицейский надзор. Мне бы вот это взять. И все. Бизон Бурито, ну да. Играем в него. Ой, ёлка. Ну, почему? Почему? Что-то слабенько было.
Получается, мы где-то здесь будем копать. Давай же, копись. Мы сейчас постепенно, получается, колупаем ее. Так, что там можно улучшить? Ну, это хорошая штука. Оп. Ребят, у меня тут... проблемка возникла. Извините за это. Баблишка. Отлично. 1800. Портану. Давай же пробейся. Я должен пробить. Да что ж такое-то? Почему не могу? Почему? Странно. Надо бодибилдинг скачать. Нифига, я прям влетел туда. Почему? Что происходит, а? А? За 3 удара его убить. Ну что ж это такое-то? Да хорошо, мне так не везет. Ну, эту стену я легко пробиваю. Нормально. Хорошо. Да что ж такое-то? Да почему ты не пробиваешь? Бомбит. Вот это надо тоже прокачивать, а то у меня постоянно мишка, скорость пропадает. Пока. У него мало денег дает. Нифига, конечно. Вот это что-то странное. Вот это быстро. Наконец-то!
денежки. Нравится? Нет. Нанеси критический урон 2 раза, подстрелил себя по пути золотой бочкой. А подстрели себя по пути золотой бочкой лейтенанта Бум в общей сложности 3 раза. Избей 10 мишек карьеришек. Ладно, забью. Стоп тебя. Пробивай. Ура. Пробил. Давайте разгоночку какую-нибудь. Капец. Ладно, ладно, ладно. Прошел. Окей. Что? Это не я тут слышу? Харе. Все плохо. Не пробью. Пиньятку сейчас откроем. Пиньяточка. Мало денег. О, все равно мало. Ладно, ладно. Продолжим. Что-то могу купить. Шоколадный заяц. Толкни сундук 3 раза, подумай. И подумай, нет ничего лучше кучи бабла. Ну ладно, тогда я куплю Гумдальфа. Не Гендальфа, только Гумдальфа. Это я помню, недавно в игру играл. Там это... Что... Evil Resident, то еще какой-нибудь. Ну, конечно, это же люди, чтобы не пугать, это сделали. Где мой Гундальф обещанный? Где Гундальф? А, я видел что-то новое. Нифига. Бей. Да что ж такое? Что? 25 мне дали этих штук? Ну ладно. Что-то вообще ничего не дают. Что-то вообще прорваться не могу. Где мое время к победе? О, чили-бомба.
Это, конечно, офигенно. Есть пробитие. Толкни. Я пропустил, что ли? Да ладно. Да ладно. Я должен дожить. И я дожил. Я не знаю до чего, но я дожил. Копти. Нет. Приклипер. Ага. Режим секундомер. Ладно. Заряд кончился. Ладно. Секундомер просит нажать. Что это такое, я не знаю. Конца нету. Что? А, тут за конфеты. Тут за конфеты. Нет, мне не надо за конфеты. Мне сначала надо пройти игру. А мы уже довольно долго снимаем. Нифига, я прям проскользил. Ладно, открываем пенату. Пенаточка. Капец. Тогда быстрее. Хорошо идем. Кажись, мы не дойдем. Ну да. Так, еще раз. Песо, братан, работайте. Ой.
Да ладно. Серьезно? Да ладно. Ну ладно, сейчас закупаемся и вормишки, заяц. Удачи пока со скинончик. Это да. Сбей их с надувной подставки и переедь, чтобы лопнуть и получить награду. Ладно. Ладно, ребят, на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите что-нибудь в комментариях. Общайтесь, как говорится. Но я все так и оставлю. Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.